Всем привет, дорогие друзья, у микрофона, как всегда, я, Евген Бой, и сегодня я иду в гости к Барбоскиным, да, то есть вот, меня малыш позвал туда, то есть вот, чай там попить с ним, в общем-то, вот, сейчас мы пойдем уже, ну а перед просмотром моего видео я, как всегда, хочу проверить вашу реакцию, успеете ли вы за целую одну секунду поставить лайк на этот ролик, подписаться на мой канал, ну и, конечно же, нажать на колокольчик. Ну что ж, я вам даю одну секунду, раз, я надеюсь, то, что вы успели, но кто не успел, то я вас огорчу, вам стоит обратиться к доктору. Если вы не хотите обращаться к доктору, то прямо сейчас сделайте все это, то есть подпишитесь, поставьте лайки, нажмите на колокольчик. Ну что ж, я поднимаюсь уже в квартиру к малышу. Да, давайте ему позвоним. Малыш, открывай. Так, кто это тут у нас? А ну-ка, открываем дверки. Привет, о, малыш. О, Евген Бой, приветик. Ты ко мне привет, в гости малыш. Пожаловал, да? Да, я к тебе в гости пожаловал. Чё, может, накормишь меня? Ты там чай да, там? Ну да, заходи. Кстати, тут мама как раз недавно ушла? Сделала тыквенный пирог. Да, и ушла, можно сказать. Она так на что... работе, то есть? Да, пошла работать вместе с папой. Ну что, давай, что, вон покушай, там в холодильнике. Да, есть сейчас там еще, ну-ка. Так. И хлебушек, нем, да. Нем, давай. Кушай, так, давай. Хорошо. Чё, малыш, о, у тебя тут баскетбол есть? Давай тут в баскетбол поиграем. Да. А ну-ка, ого, кидай мячик. Давай, кидай, опа. Ловлю. А ну-ка, давай, в корзину его кидай. Закидывай. Давай, я закинул, давай теперь твоя очередь. А ну-ка, дай. Так, сейчас я попробую. Раз, и два, и три, опа. Фу, я попал. Малыш, ты обкакался, фу, пахнет. Пошли подгузник тебе поменяем. Фу, блин, реально, я обкакался. Нужно срочно поменять подгузник. Блин, а да, где да, они? Да. Мы пошли в туалете, там все есть уже. То есть, да, в туалет тебе так, там. Так, сейчас, давай сбегаем, быстренько посмотрим. Ой, это не туалет. Так, да. Стоп, ой, это дружок. У тебя тут дружок, и что ты не сказал? Привет, кстати, дружок. Не, у меня тут с дружком одно дельце есть, но вообще не важно. Привет, Евген Бой, ты к нам в гости пришел? Да, дружок, представляешь, я к вам в гости пришел. Ну ладно, давай, пошли. Так, ладно, не смотри, я быстро поменяю его тут. Нет, я тебе сам, давай, наклоняйся. Хотя еще попу надо подмыть. Наклоняйся, так. Давай. Опа, все, вроде бы поменял. Да, отлично. Вымойся пока что тут. Кстати. Да я уже вымылся, в принципе. Всё. Фу, ты воду всю запачкал этим подгузником. Она грязным. Коричневая, фу, так. Да. Ладно, все, можешь идти домой, у меня тут дела есть. Куда? А, что. Может, я к тебе на второй этаж пока пойду, там за компьютером, ну, может, покажешь мне игрушки, хорошо. Покажи мне игрушки. Давай, пойдем. Я тебе включу игру и пойду, у меня тут дело есть. Вот, так, давай, это мой включай, основной вот. Компьютер, сейчас тебе включу. Во что ты вообще любишь играть? В такое? Майнкрафт, представляешь? О, Майнкрафт, мне нравится эта игра, кстати. Давай, ну, давай сейчас давай, я тебе включай. Запущу. Так, оп. Так, тут. Опа, все, спасибо. Запустил, играйся, я пошел. Хорошо, так, чук. Так. А че это, куда это он пошел? Давайте-ка проверим сейчас. Так, проследим за ним аккуратненько. Че это там он в комнату так. Дружка зашел? Дружок, на полбу. Опа! Что это он за. Ой-ой-ой. Так, блин, мне показалось, что кто-то был. Так, ладно, это... неважно. Все. Нужно. Куда это он, ребята? Пошел. Мне надоел. Че, куда это он пошел, ребята? Так, так давайте так, проверим. Так, он на улицу куда-то пошел. Так, куда ты туда пошел? Так, давайте аккуратненько проверим. Где бы его можно было бы закопать, чтобы его никто не нашел? О, там дерево такое стоит. Неужели он пошел? Опа! Вот это место подойдет. Тут полиция. А ну-ка, надо чуть дальше отойти немножко. Так, за деревце. Нифига себе. Так, и что это он тут делает? Его закапывать. Так, что это он тут делает? Оп. Так, аккуратненько спускаемся. Так, о, что тут это какой-то тут склеп. Делает? Его можно вообще здесь где-то спрятать, а ну-ка. Так, оп. Так, дружок. Что это он делает там с дружком? Он че его заживо закапывает? Под землей. Такс. Офигеть. Всё. Что это он там такое делает? Так, ложись, дружочек. Все. Опа. Эй, малыш, что ты делаешь? Не надо. Что это такое, ребята? Надо. Так, че он его закапывает под землей заживо? Что это он делает, ребята? Все, вот так вот делаем. Сейчас. Офигеть! Вот это опа! Да! Все, можно закапывать. Так, аккуратненько. Давай, дружок. Прячемся. Я пошел съедать все сладости. Так, уходим. Что это, ребята, произошло сейчас такое так? Так, все понимаемся. Так, надо полицейским это сказать. Мне кажется, так. Че это? Он реально дружка закопал, кажись, ребята. Что это такое? О, дружок!
Эй, помогите мне, пожалуйста. Ща я тебе помогу. Дружок, давай, давай. А, так, давай, давай, давай. Ну, давай же. Так, ой, зачем ты меня бьешь, дружок? Эй, 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 аккуратней. Зачем ты, что я тебе сделал? Так, Евген мой, ты меня закопал. Да это не я был, дружок, да хватит. Так, ладно, все, я отомщу этому малышу, теперь уж точно. Так, вон он что-то бегает там. А он не спалил то, что дружка-то это я нашел? Может, он сходит, посмотрит? Может, он сходит, посмотрит, где этот дружок? Хотя, блин, надо перепроверить, я его, скорее всего, очень плохо закопал. Так, 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 сейчас посмотрим. А чё, яма раскопана? Что? Что это за земля? Так, ребята, всё. Кто её раскопал? Сейчас, сейчас мы его прижмем. Сейчас он пойдет домой, этот малыш, да, из Барбоскиных. И мы его там уже... А куда делся так-то дружок? Странно. Все, ладно, пойду домой. Так, ладно, сейчас мы его там прижмем. У меня есть вот такое вот оружие. Если что, сейчас мы его прижмем и посадим в тюрьму, думаю. Да, будет справедливо с этим малышом. У меня как раз таки я запись, то есть я влог записываю, да, все у меня на запись сохранено. То есть полицейским я могу это доказать, то, что он реально там закопал. Так, что он там поднимается в квартиру себе? Так, так, нужно закрыть дверь на замок, чтобы никто не прошел. Опа, чик, чик, все. Так, давайте сейчас сломаем дверь лазером. Ай, что это за выстрелы? Так, давайте ломаем, ломаем дверь, все, я ее... А, все, я ее открыл уже. Так, из-за лазера, так, так, так. Так, 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 все, я закрылся. Так, ну что, малыш, иди сюда. Сейчас мы тебя посадим в тюрьму за то, что ты закопал под землей. Можно поспать. Так, ну что, малыш? Не стреляй по мне! Что ты здесь делаешь, Евген? Ну чё, малыш, попался, да? Ты знал то, что я на камеру записал, как ты что-то с дружком сделал? На камеру? Так, ничего руки вверх, делал. Руки вверх. Куда это он там сваливает? Ну-ка. А, пока. Нужно убегать срочно отсюда. Так, куда это ты там сваливаешь, а? Блин, где тут выход? Ну-ка, а, вот, ай-яй-яй-яй-яй! Ну-ка, бежит, стоять! Бежит. Все, руки вверх, я тебе ладно, сказал. Ладно, не стреляй только. Все, я сдаюсь. Все, руки вверх. Так, все, давай, вставай, я тебе сейчас наручники, так. Чик-чик-чик-чик-чик. Все, я тебя застегну. Куда ты теперь меня отведешь? В тюрьму, к полицейским. Не надо в тюрьму, нет, я не хочу. Либо деньги, либо тюрьма. Какие деньги? Откуда у меня деньги? Вот такие вот. Все, пошли. Я же малыш, у малыша не может быть денег. Все, пошли, малыш, все. Все, ты доигрался, реально. Блин, ты реально, ну может не надо, как решим этот вопрос, я не знаю. Нет, никак. Пошли, садись вот в эту машину, видишь, да? Все, ты уже в наручниках, в принципе, ты никуда от меня не денешься. Вот. А, так, бежим! Ты че, офигел? Так, ай-яй-яй! Фух, тут он меня не найдет. Опа, все. На, получай. Так, блин, на. Ай, не стреляй, ай, все, пошли, пошли в машину, я сказал. Все, заходи туда. Капец, сбежать не получится. Так, все, садись. Садись в машину. Не надо меня садить в тюрьму, ну пожалуйста, Евген Бой. А чё машина-то не едет, а вот она. Вроде бы задом только едет. Нет, не вези меня, ну не надо, пожалуйста. Надо, так, ты же мой друг. Мы раньше с тобой друзьями были, но после того, как ты сделал это с дружком, так, все, поехали. Мы игрались с ним в паски, в песочке. Какие в паски? Он мне сказал, помоги. Я ему помог. Помоги, неправда это все, ты чего? Он мне сказал, помоги, то, что ты его закопал в этот, я его не под закопал. Землю. Ты его под землю закопал, не ври мне. Это мы бункер строили. Какой еще бургер? Так, все, выходи из машины, все, пошли. Нет, что это за тюрьма такая, не надо мне. Все, заходи. Нет, я не хочу. Заходи, я сказал, заходи. Заходи. Ладно. На, получай. Все, так, я все закрою. Все, ну все, ты теперь не выберешься. Так, здравствуйте, полицейский. О, привет. Че, как дела, Евген Бой? Так, бежаем, это ты куда поехал? Бежим. А нет. Куда нет. Это ты поехал? У тебя наручники, как ты водишь? Ай. Как ты водишь, у тебя наручники. Я просто на педальки нажимал. Так, ну, короче, смотрите видеозапись, да? Малыш закопал своего брата-дружка, короче. Вот, это представляете? Это неправда, это фотошоп. Вот, смотрите. Это монтаж. О, нет. я вижу, да, надо его нет, это на 10 лет посадить за такое. Все, малыш, пошли, вон Роза уже в тюрьме сидит, тебе надо тоже, вот, заходи в эту Роза. Камеру. А за что Розу? Заходи в камеру.
Нет, давай, ломай ее, заходи, ты... заходи, ломай. Блин. Ломай ее и закройся за собой, давай. Ты чё, не буду за собой закрываться? Ты офигел, на, получай. Опа, я тебя тоже закрываю. Закрывайся, закрывайся давай, закрывайся, иначе сейчас стрелять буду. Все, 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 не стреляй, не стреляй. Все, закрывайся. О, тут даже ванна есть, нифига себе. Да, тут ванна есть. Все, закрывайся. Ну чё, как тебе такое? А, малыш? А кушать, я кушать хочу. На, открой, открой, на, я тебе дам покушать. Давай, давай, на, давай. На, все, закрывайся. О, за собой, закрывайся. Нет, оп. На, закрывайся. Ладно, так, ладно, все, закрывайся. Все, закрывайся. Стреляй только. Все, ребята, наконец-то мы этого малыша посадили. Я думаю, он не сбежит. Так, все, я пошел, если что.